Так, наверное, надо продолжить это проходить, хотя проходить-то тут и нечего. У меня наконец-то подрублен геймпад. Вот. Как понять, что это за... Ясно. Линейность. Ну так, наверное, норм. Так. Ну и где тут? Ну, ясно. Ну-ка. Ну. Наверное, пойдет. Сейчас посмотрим. Я с линейностью не уверен, как будет. Да что такое? Что происходит с приложением? Что происходит с приложением, блин? Все? Успокоилось? Жесть. Такая жесть. Не прошло и года. Опять надо F3 нажать, да? А зачем тут наклон? Окей. Дорого-богато. Как-то сложно. Как же на геймпаде сложно? А это для чего? А, ну ясно, тут, видимо, лодка будет и тачка стоять. Окей, нет, спасибо, я, пожалуй, на А, в смысле, док, я и держу. Нет? Я не держу А? Что я держу? Я ж держу А. Как это круто.
Я, наверное, что-то не то делаю, да, наверное, а это не то, что я думаю. Не, да хватит уже, ну. Я серьезно нажимаю, а ничего не происходит. Ну и так и чё, я нажимаю двери. Ну, это я сейчас мышкой нажал, то есть как бы. Я сесть-то могу? Окей. Окей. Это карта? Зачем мне карта? Не, мне нужно F10, как всегда, которая недоступна. Да, блин. Понятно. Опять F10. Что-то я не понял. В чем там проблема была? Да ладно. Камеру как сменить? А. Что-то какой-то там фотомод, что ли, открылся. Вот. Так-то, конечно, получше немножко все-таки будет управление. Даже, в принципе, такая линейность, наверное, пойдет. How do people find their way in the street racing with Japanese models? Which is one reason I got love for them. Plus, they're endlessly tweakable. You can take a basic frame and make a beast out of it. Lucky you, you get to find this out for yourself. А, это типа закрыто мне, ну понятно, чё. Что оно закрыто мне? Может, Нью-Йорк вроде? Financial District Escape? Нет. А как мне попасть чисто на гонку? Окей. Да нет, я не хотел начинать! Твою мать, ну как это...
Да как он отпрыгнул-то? Ну я же его уже должен в фарш был превратить. Кожаные ублюдки, а? Отпрыгивают. Ты чё такое тут? А, ну реалистично, хрен ли. Я точно сбил кого-то там, но как я мог не сбить? От такого не уворачиваются. Но все-таки интересно удовлетворить любопытство свое и проехать вот там, где у меня, как мне кажется, есть срезка. Хотя, скорее всего, сейчас пиндюрюсь в какую-то стену, но оно того стоит. Стена, я еду к тебе. Это что сейчас было? Вау! Вау! Это сейчас... Это срезка в никуда была, что ли? Это была срезка в какую-то ошибку. О, найс. Как это понимать вообще? Что мне с этим делать? Мне типа и перезапускать надо или что? Что он не может приконнектиться-то? Что-то я не понял. Так. Мне типа надо выйти и заново зайти в игру, так? По-другому же нельзя. Ну что тут можно сказать? Это достойный преемник ТДУ-2 в этом плане. Прям достойно продолжает эту фишку ТДУ-2. Наверное, и первого крю. Ну-ка, получится ли в этот раз? Это превосходно. Это просто превосходно, мне нечего добавить. Собственно, это даже не ошибка, это на самом деле знак того, что ты прошел игру. Потому что когда ты купил целую одну машину, на которой ты не можешь больше никакие ивенты проходить, и когда ты уже, собственно, выбил максимальные детали, то остается только сделать, как я, взять вот, воспользоваться, попытаться той срезкой,
вылететь нафиг. И все, игра закончена. Всем спасибо за внимание.